Покорить 5000-ую высоту. Мариупольские альпинисты готовятся взойти на один из самых высоких вулканов Кавказских гор – Казбек. Борис Яковенко узнавал, какие опасности ждут скалолазов во время экстремальной экспедиции. Последнее приготовление и обсуждение будущего штурма горы Казбек. Наставник и тренер мариупольских альпинистов Сергей Клименко участвовать в экспедиции не будет. Предостерегает от опасностей, которые могут ожидать скалолазов. Я уже их тут настращал, поскольку высота, она даст себя знать довольно усердно. Штука такая противная. Это гипоксия, это тошноты, рвоты, всякие там ослабленность организма. Восхождение на потухший вулкан, расположенный в восточной части Хокского хребта, пройдет по классическому маршруту второй категории сложности. Восхождение, к сожалению, здесь не видно, будет совершаться с той стороны. С той стороны. Подъем вот на этот гребень и финальный взлет вот здесь, восхождение сюда. Евгений Юрочкин рассказывает и показывает, какое снаряжение понадобится в экспедиции. Это ледоруб, основной инструмент, который используется в горах. То есть он может и жизнь спасти, и рубка ступеней, и зарубиться, если вдруг в случае срыва. У альпиниста уже есть опыт восхождения на высоту в 5 километров. На счету Евгения – покорение Эльбруса. Когда готовится к новому походу, всегда представляет горные пейзажи, которые ждут его группу, и немного волнуется. Волнение сейчас не ощущается, потому что сейчас идет предэкспедиционная подготовка, как бы все, голова занята другими моментами, но все равно внутренняя дрожь. Я думаю, завтра я уже осознаю это, когда мы будем садиться в автобус. Участникам экспедиции предстоит преодолеть 3 этапа восхождения на Казбек. Основных таких этапов будет 3. Непосредственно самым сложным этапом будет восхождение, на пятитысячник. Самым сложным в этот момент, я думаю, будет покорение ледовой шапки Казбека. Вот. Но я думаю, мы справимся. Покорить Казбек мариупольцы планируют за 3 дня. Надеются 14 августа поднять на ледовую вершину вулкана флаг города. В экспедиции примут участие 8 альпинистов. Среди них 2 девушки. Уже завтра они отправятся автобусом в Грузию. Борис Яковенко, телеканал «Донбасс».